Новые детские спортивные площадки, современное медицинское оборудование, инструменты, инвентарь для культурно-досуговых и спортивных центров появятся в городах и селах Томского севера. Все это станет возможным благодаря новому 5-летнему соглашению о сотрудничестве, которое заключили томские газовики с Каргасокскими и Парабельскими районами, а также с городом Кедровый. Подписание документа состоялось на этой неделе. Тренажеры, теннисные столы и ракетки, лыжный инвентарь. Приобрести все это для детско-юношеской спортивной школы райцентра «Парабель» помогли томские газовики в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией района. А в прошлом году здесь возникли серьезные проблемы с вентиляцией. Мы обратились за помощью в компанию, и нам оказали финансовую поддержку. И вот в этом году установили хорошую вентиляцию, которая нам помогает хорошо тренироваться. Ребятишки чувствуют себя прекрасно в этом зале. Именно так и работают соглашения, которые вот уже много лет заключают «Газпром Трансгаз Томск» и северные районы, где компания осуществляет свою производственную деятельность. За последние 13 лет в социальную сферу Каргасокского, Парабельского районов и города Кедрового вложено более 100 миллионов рублей. За период действия предыдущего 5-летнего соглашения газовики помогли обновить пищеблоки в школьных столовых, установить более 30 детских площадок. В прошлом году, в разгар пандемии, компания выделила дополнительные средства – на оснащение районных больниц медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты. Наши регионы присутствия, присутствие нашей компании и ведение нашей производственной деятельности для нас очень в этих регионах и развитие этих территорий очень важны. Поэтому я уверен, что вот в ближайшие 5 лет, подписывая эти соглашения, мы добьемся еще больших результатов. Ну а самое главное, мы улучшим условия жизни наших людей на этих территориях. Так, в Каргасокском районе в этом году планируют установить 2 детские площадки, купить кислородные концентраторы для районной больницы, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и форму для юных спортсменов. Программа очень обширная, и я надеюсь, что вот то соглашение, которое сегодня подписано, это новый этап в нашем сотрудничестве. Надеюсь, что с помощью этого соглашения появятся уже и спортивные площадки, и другие объекты. Согласно подписанному документу, именно социальная сфера, от развития культуры и спорта до поддержки детей, инвалидов и ветеранов, является одним из приоритетов компании. Во всех социально значимых сферах компания работает на территории наших районов. Это очень радует. Это дети, спорт, здравоохранение, культура, образование. Это малая толика того, что делает компания на нашей земле. Компания будет процветать, процветать будет и население наших районов. Спасибо вам. Красной нитью через текст соглашения проходит мысль о том, что только совместными усилиями можно сделать жизнь в городах и селах более насыщенной и комфортной. А истинным богатством Томского севера являются люди, своими руками меняющие жизнь к лучшему. Андрей Маланов, Евгений Лысенок, Вести, Томск.